Давай посмотрим с дружком. Мне говорили, что проект подстава в хорошем не закончится. Так, это гей-вечеринка, правильно? Кого? Скорую звоните! Полицию звоните! Скорую! Выключите камеру, блядь! Чего там было такое? Мы закроем проект. А если они... Воск. Всем привет! Меня зовут Гусейн Гасанов, и это проект «Подстава». Поехали! Необъяснимо, но факт. Вы очень часто просили, чтобы я разыграл этого человека. Его время пришло. Сергей Дружко. Сергей, простите. Меня напугали. Меня напугали. Сергей Дружко – самый масштабный проект на Ютубе. Давайте устроим жесть. Ребят, мы можем его пригласить на какой-нибудь корпоратив. Заплатим деньги, приходите, будете ведущим. Корпорат, не знаю, нетрадиционной ориентации людей. Должен быть самый главный, кто пригласил его на группу. Давайте вот этот самый главный, он будет приставать к нему. Значит, Настя, ты находишь актеров. Даш... Кого? Чего? Чего? Спасибо. Спасибо. Спасибо, Дима. Спасибо большое. Скобочка, скобочку. Спасибо, лайк. Нам нужен секс-шоп. Да, ты мне прям отправляй по WhatsApp фотографии. Так как я не смогу в этом розыгрыше участвовать, вернее, показывать свое лицо, то я буду на рациях. Костя, сделай так, чтобы я был в соседней комнате. И в планшете я все это видел онлайн. Ребята, все персонажи являются актерами. Мы ни в коем случае не пропагандируем этот образ жизни. Это просто шоу, это смешно. И посмотрим, как Сергей себя поведет в этой ситуации. Мне нужно вот тот, кто будет 30 боссом. 30 евро стоит маска или 40. Он безумно любит Дружко. И когда Сергей придет, нужно, чтобы... Сергей, ты будешь моим. Ты отсюда никуда не уйдешь. А я к нему начну приставать, раздевать его. И тогда он никуда не денется точно. Да ну! Ты серьезно? Ты сразу начнешь на него давить, он может стать, видите, начинай медленно. У меня сегодня день рождения, поздравь меня. Самое главное, его руками не трогать, он может драться, начать как адекватный мужик, типа. Лев — это его друг, который всегда с ним ходит. Приехал Лев, и мы сейчас его встретим. Привет. Знакомься с нашей бандой. Сергей Евгеньевич, мы всей бандой, и Лев тоже. Приносим свои извинения. Сереж, извини, но он заплатил мне много денег. Поехали! Ребята! Тихо! Через 3 минуты они зайдут. Вот с этого момента все начинается. Поняли? Раз, два, три, поехали! Я пошел! Вам они уже это... Вот ого. Здесь напитки, фрукты, все здесь. Сразу, чтобы, знаешь, труп положить. Сейчас Игорь придет, он вам придет. Да, хорошо, спасибо. Спасибо. О. Все равно ты его знаешь, доверяешь? Вау, какая девка. Да, заходите. Заходите. Да. Вечер добрый. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, добрый вечер. Капец, не нравится. Да, у нас вечеринка сегодня. Что это за... Я не ожидал вас в таком виде увидеть. Ну, вот такой у нас сегодня у шефа такая вот идея. Такое настроение. Да. Кратенько. Значит, у нас буквально вот 2 выхода. Сейчас я наших всех соберу вместе. Вот. Позову за всю комнату.
Спасибо. Вот поприветствуйте всех. И потом, соответственно, конкурсы. Вот. Но вы сказали, что там какие-то особенные, да? Вы что-то... я все скажу, да, да. Все подготовлено, все есть, да. Вот, я сейчас соберу всех в гостиной. Вот, сейчас тогда я всех соберу. Да. Вот, вы выйдете, всех поприветствуйте. Мы пока просто поприветствуем. И все. И типа спуститесь. Мы вам дадим сценарий, подготовитесь, выйдите второй раз, проведете мероприятие и уйдете. Все. Заяц, зайди сейчас и проведи его наверх. Заяц. Чтобы познакомиться с ребятами. Мужики из 90-х, да? Тук-тук-тук, снова я. Кому? Чего? Что? Кому? Спасибо. Спасибо, зайчка. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе большое за поддержку. Спасибо. Да, у меня красивый голос, конечно. Спасибо, очень приятно. Дамы и господа. Естественно, добрый вечер. Где Сергей Николаевич? Это я. Разрешите вас поздравить с днем рождения. Ну, а всех с наступающим Новым годом, потому что он придет совсем скоро. WebColor RTC920. У меня еще есть вот такая. За 16к. Пацаны, кстати, я тут подумала, никто не хочет купить мне эту вебку с коробкой там, со всем вот этим вот всем. Продам за 16, да сколько я брала. Я ей пользовалась один раз. Тут нет единственной пленки, и все. Вот, если вы из Москвы, могу лично, типа, принести. Вот. В смысле, useless go? Так ты не в Москве. Приезжай в Москву, типа, тогда это. Я не буду отправлять по почте, потому что я не хочу, чтобы я послала вам этот камеру. Вот. Продам подороже, это как? Ах ты это, псина ебучая! Ха! Пленки нет вот здесь, вот, а тут пленка есть. Вот тут пленка есть, вот тут вокруг. Но нет пленки, вот она даже какая-то торчит. Да, вокруг есть пленка, но вот тут нет пленки. Короче, кому надо, напишите мне в ВК, только, пожалуйста, чуваки, которые реально готовы купить, пожалуйста, если вы просто долбоеб, который хочет, чтобы я вам ответила, я вас зачесю, я в натуре зачесю. Что за трек? Панч, я стреляю спермой. Конечно, умный. Напиши ВК, если ты хочешь, напиши мне ВК или вот, типа, я тебе продам ее, серьезно. Только когда в Москву приедешь, я тебе ее дам, потому что я не буду посылать почту, не хочу, чтобы она к тебе приехала, и из-за моей ошибки я не так упакую, она разобьется, типа, это тупо, бро. Типа, серьезно. Я покупала, потому что думала, что она мне подойдет. Она мне не подошла абсолютно. Для стримов эта камера есть, ну, не для меня. Вот Алина Рин, ей подходит эта камера, мне нет. Я продаю за 16, а не за 15. Сори, цены не надо, как на базаре. Сейчас он Серегу будет вахать. Это что такое? Ну, я думаю, что... Он мне сказал, это обычный какой-то день рождения. Говорит, они совмещают типа день рождения. Спасибо, девочка. Чувак. У него нормальная фотография в WhatsApp. Тук-тук-тук. Игорь, да. Здрасте, еще раз. Слушайте, скажите, мы с коллегой немного в шоке, честно говоря. Что за тематика? Да, что за тематика? Что за тематика мероприятия? Почему все так странно выглядят? Почему? А, я сейчас все по конкурсам расскажу. Значит, первый конкурс... Не, подождите, конкурс по самому мероприятию. Почему все так странно выглядит? Почему все, ну, Сергей Николаевич в женской одежде? Ну, он начальник. Так, это гей-вечеринка, правильно я понимаю так? Я не гей. У меня работа такая. Поздравляю. Хорошо. Но по сути это гей-вечеринка, правильно? Ну давайте открыть. Никак здесь сейчас никого нет. Понятно. Первый конкурс жмурки. То есть сначала закрываются. Не-не-не, сначала вышибалы
То есть вы выбираете тех, кто вам приглянется из гостей, они станут раком, вы берете шлепку, и вы их шлепаете. Как тот, кто закричал, тот выбывает. Тот, кто остался последний, тот победил. Он сейчас читает сценарий. А там такие конкурсы, ребят, что просто жесть. И потом, или потом, голландский штурвал. Я, мне просто интересно, ты. Какой? Голландский штурвал. Да. Ну, расскажи, что это такое. Ну, если кратко... Ну, это не двойной голландский, это обычный. Да. Вы можете нас на минуту оставить? Пожалуйста. Минуту? Хорошо, да, минуту, потом вернитесь. На одну минуту, пожалуйста. Хорошо. Голландский штурвал, блядь. Понятно, да? Мы сейчас просто уезжаем. Игорь, ну просто если у вас специфическое мероприятие, вы должны были минимум предупредить нас об этом. Потому что мы приезжаем, и здесь такое. Так я же вам в СМС не писал. Какой СМС? Ну, я бы заметил, наверное, в СМС, если бы там про Сергея Николаевича. Ну, мы же с вами же переписывались. Переписывались, скажи, день рождения, Новый год. Даже предлагать не будут, ты скажи. Да. Я сейчас вызову Сергея Николаевича. Да. И, пожалуйста... Посмотрю на Сергея Николаевича. Пожалуйста, сами поговорите, ладно? Давайте я сейчас Сергея Николаевича приглашу, потому что... Ну, меня зачем приглашать? Ну, давайте сейчас не будем портить мероприятие, вам обратно... Не-не-не, меня просто уволят, потому что... Ну вот же у нас... Давай, Сергей Николаевич. Может, меня уволят, Не знаю, Мишка, спасибо тебе огромное. Посмотрим, может быть, после этого видоса я немножко попою, и мы пойдем, типа, я уйду уже, типа, совсем. Я еще вам сегодня сигны все сделаю. Сабы, которые еще не получили сигну, обязательно пишите в личку на Твиче. Платный смайлик. И что вы хотите от меня? Сигну? Если сигну, вы скажите, что вам там писать. Если вы не пишете платный смайлик, или не указываете, что писать на сигне, или вы не пишете, что вы мне хотите, а просто пишите, я твой подписчик, то извините, блять, вы идете нахуй автоматически, чуваки. Вот, пожалуйста, можете, я вас умоляю, писать, что вы от меня хотите, потому что я не понимаю, чего вы от меня хотите. Спасибо, Дима. Спасибо, солнышко. Спасибо. Поэтому те, кто так делают, я, типа, не буду ничего вам делать, чуваки, потому что я вам объясняла, я тоже человек, и меня злит, когда вы просто сидите, я твой подписчик. Это не ЧСВ, чуваки. Типа, если для вас это ЧСВ, то у вас траблы, серьезно. Вот. Ребята, запускайте генерального, запускайте Сергея Николаевича. Извини, я не знаю, но как я должен был предусмотреть? Да не, ладно. Ля, какой вышел Сергей, на этих каблах. Мы, правда, мы очень старались. Не обижайтесь на нас и на льва. Ой, здрасте. Зашло. Ну, нет, ничего, просто... Нет, спасибо, я когда дама стоит, я тоже предпочитаю. Я с вами рядом сяду. Просто хотел сказать о том, что мы сейчас уезжаем. Почему? Что случилось? Ну, потому что нас не предупредили. Кстати, ребята, возьмите. Давайте присядем. Сергей не хочет садиться. Да, ну слушай, я просто не хочу в этом принимать участие, поэтому... Можно я из нашего желания с Сережей поговорю? Можно будет приехать? Сергей. Сереж, иди, пожалуйста, вызывай такси тогда, да. Я поговорю, конечно. Нет, подожди. Сереж, я за дверь. Ну, ты вышел, и Сергей остался в такой момент в комнате один, и он. Да, да. И он говорит. Очень солидный, очень сильный человек. Спасибо. Приятно это слышать. Вот столь очаровательная дама. Ну, спасибо. Вы сами понимаете, что я дама сюрпризом. Я готовлюсь. Дружко! 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 Я хотел бы с вами поговорить о том, что... Вы знаете... Я вас очень уважаю, и не только уважаю, и...
Ну, честно говоря, даже я вас люблю. Я готова терпеть, ну, то есть то, что у вас жена есть, я все это знаю. Простите, почему вы смеетесь? Нет, ничего. Нет, я вас свои чувства говорю, а вы смеетесь. Да. Согласен, было невежливо. Я просто сейчас очень нервничаю, поэтому могу вести себя несколько неадекватно. Для меня эта ситуация неоднозначна, поэтому... Ну, самое жесткое, что может быть, мне нужны эмоции. Он чувак, которого не вывести на эмоции. Угу. Очень сложно. Если он встанет, слышишь, руки убери свои, ты начни плакать. Вам я совсем не нравлюсь. Совершенно? Что, я некрасивая? Спасибо огромное. Я готов поменять пол, честное слово. Я готов родить вам, ребята. У меня трое детей, мне достаточно. Нет, спасибо. Самая концовка. Ты давишь максимально, максимально. Mm-hmm. Если дружко сидит и ему похер, дави, блядь, снимай колготки вообще. Сережа, нет. Сережа, можно я тебе покажу? Я да? Не Сережа, я Фая. 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 Не надо меня трогать. Блин, Димочка, успокойся. Спасибо, хватит. Спасибо тебе огромное, солнышко. Спасибо. Я не Дима, я Фая, как бы. Здесь спасибо. Момент, я после армии больной на голову. Если там чуть-чуть перехлыт, я за себя не отвечаю, поэтому очень прошу вести себя очень крайне прилично, да? Хорошо? Я очень прошу, не надо меня трогать, пожалуйста, да? Потому что алкоголь и волнение может сделать свои непоправимые. Не, зайди, скажи, Сергей, давай быстрее, блядь. Ну, надо не переборщить, потому что он отбитый немного. Он в 90-е, я не шучу сейчас, там про него слухи, очень много было таких историй, что он такой немного, короче, с бандитами там тусовался и так далее. Я не знаю, у него может что-нибудь стрельнуть, поэтому тут главное не перегнуть. Если вдруг он начнет уже, все, он перейдет на агрессию, это надо заканчивать. Да, окей. Это надо заканчивать сразу. Сергей, слушай, мы... Мы, короче, приехали на встречу в команде «Дружко» разыграть «Дружко». Но они предложили гениальную идею разыграть Гусейна. Да. Бля. То есть сначала вы кричали, что типа... Ой, обосралась-то как, я думала, все. Внезапно пришел для Гусейна для всех. А вы все кружили, стреляете в него. Ну что, безобидно, идея Гусейна превращается в кладбище самого Гусейна. Сергей, здравствуйте. Да, привет, привет. Все, погнали. Что такое? Что происходит? Что происходит? Что происходит? Что происходит? Серёжа! Серёжа! У кого монитор? Монитор у кого? Серёжа! Вот этот. Тихо, я найду, тихо! Иди сюда! Вызовите скорую, слушай. Ебать, Гусей на очко сел. Живот вам, я без мысли, сейчас скорую. Блять, а стоит скорую вызвать? Могут вас, блять, есть связи какие-то в медицине? Это что? Скорую вызвать, здорово! Куда вызывать? Куда вызывать? Звони себе! Выключи на камеру, блять! Звоните! Где у кого?
женщина или как-то вот называется? Кто разбирается, кто врач, слышно? Я сейчас с тобой сорвусь. Да, Дим, приму. Все к нему! Все вниз! Посмотри! Кто же? Примешь, вы друзья. Все вниз! Да, все нормально? Нормально все, нормально. Что творится? Я звоню, выключи, я звоню. Знаешь, ты актера выставил? Разыграли, Гусейна! Да! Разыграли! Сука, это пизда, это очень дико, коза. Я знаю, что меня очень многие хотят разыграть, но я не догадывался, что это сделает моя же команда. Это тот самый момент, когда мой мир перевернулся. Я и не Сэмбер! Не он! Я! Капец, просто капец. Уволены, блядь, все! Это жесть, чуваки, реально, это просто трэш какой-то. Вот в натуре.